Спасибо большое за донат, ребят, спасибо. Ключ. Угу. Все, смотрим первый. У тебя звук передается, скажи тебе вот сейчас. Грустно. Да, да, да. Все. Угу. Тогда поехали. Тебе грустно? Ты хочешь играть в Майнкрафт и иметь анимированную аватарку в Дискорд? Не беда, ведь есть Неркеншоп. Ты охуел? Jopper.shop. Прекрасный бот в Телеграме, который поможет тебе со своими проблемами. Все просто, мой дорогой недруг. Просто заходишь в бот и включаешь его. Затем выбираешь, что тебе нужно приобрести. От ключей Майнкрафта до самого настоящего лимузина, дружок. Участвуй в конкурсах в официальном телеграм-канале Jopper.shop'а. Ты все сможешь, я в тебе не верю. Играй как настоящий бродяга, как настоящий подпивас. И знаешь, что мне это абсолютно мой похуй. Jopper.shop. Это не сайт, это телеграм-бот. Запомни уже, пожалуйста. Ваше мнение, пожалуйста, Конко. Ну, неплохая. Ну, знаешь, такая, неплохая. Да, нормальная, как бы, работа. В смысле, что за комментарий? У как ты всегда ебучка такая тупая. Сегодня чат в ударе, походу. Давай. Так. Ой, мне уже нравится от Пугачёвой. Блядь! Сюда. Блядь, он в каждом конкурсе будет участвовать, сука. Он везде. Мои родители тебя бросили в 0 лет, у тебя нет карманчика. Над тобой смеются в школе, и у тебя украли кошелек. И ты хочешь это как-то справить на день, блин, получается? Магазин Jopper.shop. Благодаря магазину Jopper.shop ты получишь много чего, а буквально нихуя, ведь у нас админы просто конченые уебаны. Наш сервис очень большой, наши админы очень культурные и могут вам помочь в любой ситуации. Ага. А самое главное, дешевые цены. Прочее многое другое ждет тебя в телеграм-канале Jopper.shop. Подписывайся и жди свой товар. Ставьте лайки. Подожди, а что будет дальше? Кирилл Баранов, здравствуйте, давайте встретимся. Вот, я купил проходку на СП, вы там хотели меня в город, там, да. Блять, не, напомни мне не заходить на СП теперь неделю. Ну что, ставим лайк вообще, как ты думаешь, хорошая реклама? Ну такая, значит, я ждал больше, если честно. Да? Ну тогда пока следующую смотрим. Ну пока. Мы потом будем отсеивать до 5. Нам надо вот 5 выбрать. Теперь. Ну да, да. Так, угу. Поехали. Ты давно думаешь, где купить лицензию Майнкрафта, но везде скам и развод? Тогда тебе в Jopper.shop. Здесь ты найдешь собственный ключ от Майнкрафта по низкой цене. Также в этом магазине ты можешь приобрести ключ от Minecraft Dungeon и Discord Nitro. И техподдержка в случае всего поможет. Ну конечно поможет, ну что за глупые вопросы? Все это в магазине пятерки Jopper.shop. Ну это посерьезнее уже работа. Да, давайте я себя поменьше сделаю канкуса, чтобы ну больше в экран попадало. Фу, ну да. Чё, это слушай, лайк. Ну мне это ну, да, понравилось. Вот это лайк, это мне понравилось, да. Так, это лайк, нормально. Это лайк, это так, лайк. Поехали, вот что-то в Майнкрафте есть. Готов? О, господи. Папа ушел, моя семья в могиле сгнила. Да ты чё? Спасибо, мам, я тоже. Заебало играть на уебских серверах. Да я люблю сосать член. Jopper.shop лучший магазин ключей Майнкрафт. Покупка ключа в магазине Jopper увеличивает шанс на лишение девственности. Быдло ты ебаная, блядь. Такая хуета. Пиздец вообще. Чё думаешь? Слишком долгое вступление, я думаю. Ну да, долговатое вступление, но я на всякий случай лайк поставлю, просто на всякий, хорошо? Ладно. Ну да, ладно, да. Так, вот, без наеба. Квадратное какое-то видео, спасибо, чтобы сразу под вебки подстроить. Oh my God.
Ну, такой, знаешь, чисто прирол. Ну, да-да-да, можно как прирол поставить, да, просто. Угу. Так, ладно, давай. Что вы делаете в моем шкафу? Вы хотите... Майнкрафт. Тототи, тототи, мистер Тотик на впереди. Ну... Ну, нормально, нет, стоит еще поработать, я думаю. Нормально. Ну да, но будущее есть у этого человека, если это явно видно сразу. Давай, давай. Мне нравится бабушка в углу. И вам здоровья. Блять, я не могу начать встречаться с девушками, потому что у меня нет лицензии на Майнкрафт, и где же мне ее взять? Конечно же, в магазине joppershop.com. Тут продаются чисто молодежные ключи на Майнкрафт и на Майнкрафт Данжонс. А если хочешь быть самым крутым в Дискордике, и чтобы все друзья охуевали, то покупай еще Discord Nitro по дешевке. А если хочешь, чтобы ты был самым охуенным человеком на всей нашей планете и получить уважение от самого пятерки, то можешь купить аж сам лимузин за какие-то жалкие 666 666 рублей. Блять, почему прервалось? Озвучка не смешная, мне не понравилась. Да, ну можно было бы получше, но мне все равно чуть-чуть понравилось видео. О, целевая. О, let's go. Две минуты! Пиздец, кто этого еблана опять в кадр пустил? Ну ладно, похуй. Что? Что? Ой, что это за хуйня? Вау! Это что? Лучший магазин СНГ Майнкрафт, ё-моё, жопершоп, лучший магазин ключей сервисов? Давайте я расскажу поподробнее. Что-что? Ты хотел купить ключ от Майнкрафта, но тебе продали аккаунт, который уже забанен на всех возможных серверах мира. Ты еблан! Чтобы им не быть, нужно покупать ключи только на Жопершоп, чтобы тебя не наебали. И поддержка у Жопершоп самая быстрая, ведь потому что этот долбоёб только что зашел на... Фух, это специально от ВКонтакте, чтобы передохнуть. Это новая функция. А? Да, чисто идеально, у меня уже слезы были на подходе прям. Да? Джекоприн ключ, такая быстрая поддержка только на Жопершоп. Покупайте только в Жопершопе. Жопершоп — это как заря нового дня. Флешку, блядь. Ой, но! Огромное но, как болт у этого парня. Если ты еблан, который ставит себя на... на... А, не, мэ... Блядь, минута прошла. К сожалению, не... Ну, дальше не проходит этот человечек. Там дальше, наверное, было мега охуенно, но просто до минуты надо было... Мне ну жалко, да, конечно, что такой долгий. Да. Смешно. Ой, блин, а мне в школу пора. Блин, надо... Я пошел в школу. Так, блин, школа. Блин, интересно, что у нас сегодня будет первым. А ты чё, без кина гоняешь? Что говоришь? Пиратка? Посмешишься. Ты хоть попочку в ванночке с мамочкой помыл? Пошли на Хайпикселе, в Эдвардс поиграем. А, я забыл, ты же не можешь, железнодорожный полуфабрикат. Иди деньги спизди у мамки, да купи себе лицуху, позорный говносер. Так уж, а? Хуль спишь, простофиля ты ебаный, просыпайся давай, иди лицуху покупай, пока я тебя не отхуярил этой подушкой. Супер мега крутой магазин joppershop.ru. Только здесь вы можете приобрести лимузин за 6 миллиардов 500 миллиардов рублей и ключ. Именно ключи по Майнкрафт с Хаги-Ваги. Дополнительный скин в подарок. Думаешь, зря я вообще затеял этот конкурс? Знаешь, нет, в целом задумка была неплохая. Знаешь, мне даже... Мне страшно представить, что будет на конкурсе дисов. Просто пиздец будет. Боже. Так, давай вот этот конкурс. Давай, да. О, это вы мне писали по поводу оформления дизайна магазина с лицензионными ключами из гарантии, что у вас не спиздит аккаунт? Ну типа. Ну что, какие у вас есть offers? Итак, мы разработали дизайн для вашего сайта. Оцените. Ну красота, ни у кого такого нет. Имха. Но ваш дизайн
слишком хорош для моего магазина, и я хочу, чтобы мой дизайн был полной хуйней. Ты уёбище, ты ебло, блять, как ты сделаешь хуёвый дизайн? Ну чтобы он, сука, привлекал людей, как ты это сделаешь, ебло тупое, пошёл в пизду. Ты заставлял меня сосать, но я тебе не сосала. Заставлял меня сосать, но я тебе отказала. А мы принимаем видео в формате TikTok? Да, это круто, потому что он к себе сначала выложил, то есть в ТикТоке это уже реклама идет, это как минимум за это лайк. Угу. Нет, ну как бы тоже такое долгое немножко такое вступление, но в целом да, неплохо. Да, нормально, нормально. Так. Эта реклама гениальна с точки зрения маркетинга. Представьте, как вы смотрите нарезку, и тут с нихуя школьник начинает читать рэпчик и жестко дэнсить. Давай не будем. Покаблуться не начку, приду. Так, ну это типа вставлять в нарезки, да, это надо? А, я... Давай. Стой, стой, это чувак, это ключи, мэна цифровые. Вот и наебу, ты не снизи через два дня. И стоит там, как будто твоя пеня в школе прямо. И понимаю, блядь, спасибо за подход. Я купил себе большую жидкость. Только посмотри на эту выгоду, сука. Ты можешь купить себе ключ от Майнкрафта, лицензии, Bedrock и Java сразу же. Или Minecraft Dungeons. Или скоро выйдет Minecraft Legend, и там тоже будет ключ от Minecraft Legend. Супер, сука. Или еще ты можешь купить Discord Nitro по бешеной, блять, маленькой цене. Это ли не счастье, нахуй? Я хочу пригласить его на конкурс диссов. Там... Я написал в правилах то, что количество призовых мест может увеличиваться, но я бы сейчас бы новое правило добавил. Может сокращаться. Блин, давай просто никому-нибудь присоединиться, блядь. Не, подожди, подожди, стой, можно вопрос? А вот изначально эта реклама, она где должна быть? А? Это реклама, где должна быть? Ну, короче, мы обсуждали, что вот, ну, мемы с Глеркин Хуйсом и с проходкой на СП очень захайпили. И нам надо что-то подобное, чтобы очень захайпило. Не, ну, это... Не, ну, потенциал хайпа есть вообще? Не, ну, да. Ну, есть, нет, ну, конечно, с натяжечкой, знаешь. Ой. Ну, ладно, нормально. Я лайк поставлю чисто за то, что тут на весь экран как бы ссылка высвечивается. Мне вот это вот понравилось. Все остальное это то, что хуйня, он читал рэп, это полная хуйня. Но вот ну, то, что он идет, и так круто надпись появляется, это круто. Так. А вот он в моменте там так волос откинул, у него такая форма лица смешная, бля, я имею в виду. Так. Смотрим? Да, да. RGB-лента. Жопершоп. Самый лучший магазин ключей. Только у нас. Вы найдете самого красивого оформленного бота в Телеграме. Привлекательные цены. Качественная и быстрая поддержка с максимальным уважением к клиентам. Хорош, хорош. Только у нас вы не увидите никаких скидок и акций, потому что цены и так охуенные. Мы гарантируем вам качество товаров и скорость их получения. Нашими услугами пользуются самые знаменитые стримеры платформы Twitch и YouTube. Покупая лицензию у нас, вы сможете поиграть на таких топовых серверах, как SP5, SP Create, SP Mini и многих других. Жопершоп. Дай денег и кайфуй. Ну что вообще скажешь? Блин. Тяжело, что вообще попасть сейчас. Я даже... Тяжело комментарии подобрать таким шедевром, просто таким кинематографом. Фух, блядь, там дальше еще хуже. Там, блядь, дизайн топовый. Сейчас, извините, можно донес и я? Еще год? Всегда. То есть Саня оставил самые охуенные, если что.
Саня сказал, что не было ни одной запретки. А? Саня сказал, что не было ни одной запретки. А зачем он тогда удалил их? Нахер. Хотел строить огромные пенисы в Майнкрафт. Но друзья смеялись над твоими мечтами, ведь у тебя нет даже лицухи. Не волнуйся, мне абсолютно похуй. Но прекрасному пятерке не абсолютно, а не въебически похуй. Поэтому я создал для нас охуенного телеграм-бота, чтобы мы отъебались от него. Магазин joker.shop дает удивительную возможность стать вашим животным. Собака, лось, выдра, коти. За 490 рублей. Но это еще не все. Сможешь играть на серверах оригинального Майнкрафта или любить нового Майнкрафта. Чтобы получить респект от кентов, ты можешь провести подписку на Discord Nitro и быть самым крутым в психушке. А что же это? Лимузин за 666 рублей за такую низкую цену. Его тоже можно прихватить. Это действительно некупленный аккаунт, который можно купить везде. Клянусь своей пяткой, ты нигде не найдешь что-то подобное. Покупай настоящие лицензионные ключи на joker.shop. Купленный товар возвратом подлежит. Это вообще что такое? Что это? Ну, концовка все испортила. Я вот думал, что... Знаешь, минус вайп. Ладно, следующее. Так. Эй, ты, да, именно ты. Ты играешь в Майнкрафт и Дисцорд, но у тебя нет лицензионного ключа или нитро. Не беда, магазин Жопера или Йопер, шоп в Телеграме. Это место, где ты можешь найти все, что тебе нужно. У меня аллергия, кстати, на эту надпись. Я ее где вижу. Здесь мы продаем лицензионные ключи Майнкрафта и Дисцорд нитро по приемлемым ценам. Ты можешь играть без ограничений и наслаждаться всеми преимуществами. Главное, не скачивай ебучий лаунчер, если ты не хочешь, чтобы твою лицензию спиздили. Забудьте о том, что вы скупой, потому что с нашими ценами вы будете чувствовать себя настоящим миллионером. И помните, если вы пропустите эту возможность, вы будете жалеть об этом навсегда. Ну, блять, сука. Следующее, да? Угу, да, да. Ладно, это было хорошо. Может, просто не будем дальше смотреть? Ты что? Здесь мне нужно купить Minecraft Java и Bedrock в одном флоте. Или где купить Minecraft Dungeon? Или где приобрести нитро подешевле? Левсин, кто помнит? Идем чухло. Идем со мной. Jopper.shop. Вот в Телеграме имеет лаконичный дизайн и просто смешные цены. Здесь можно купить даже лимузин. Если откроешь ломать, не печальтесь, вы всегда сможете купить новую в странах Европы и даже в Казахстане. Теперь вы не будете таким же лохом в классе, как и я, потому что у вас будет официальная версия Майнкрафта. Это мерч, мерч Jopper.shop. Jopper.shop. Ключи официальные, никто не спиздит ваш аккаунт, только этот ключ будет только ваш, потому что вы покупаете ключ, а не аккаунт. Ну что думаешь, это лайк? Целевая. Ладно, не, ну начало было прям хорошее. Но я лайк поставил. Ну там серединка немножко странная такая. Да. Вот, ну неплохо. Ладно, следующее видео называется «Ловите оргазм для глаз». У нас третья вебка добавляется сегодня. Ага. О, что это? Стыдно не знать. Конечно же это Jopper.shop. Блять. Именно здесь вы можете дать деньги боссу и купить ключ для Майнкрафта, а не аккаунт, а также купить лимузин. Блять. Фу, ты действительно это смотришь?
А твои родители знают, что ты занимаешься этим? Не стыдно тебе? Мне не стыдно, потому что я купил ключ в жопершопе. Я стану игроком СП. Майншилд лучше. Это дисквалификация? Это против правил вообще. Блять, это агент Майншилда. Встал, вышел отсюда. Да, это пиздец, блять. Ладно, давай вот это вот. Блин, почему же не заходит на мой любимый СП? Пойду спрошу у своего друга-ютубера. Может, он мне поможет? Шейдер, Салам, Флейхвуд. Я купил себе проходку на СП, чтобы почебоксарить пятерку и поэркэшить с кристаллами. Но меня не пускают на сервер с пиратки. Что же мне делать? Ну ты и дуралей, конечно. Тебе же нужна лицензия, чтобы ты смог зайти на СП. А я знаю, где купить ее по сниженной цене. Это Жопершоп. И там ты сможешь приобрести лицензионный ключ Майнкрафта, Java или Bedrock Edition. Также Тут мини-кошка смотрит, если что. Вот, вот. Все, техподдержка сможет помочь тебе с любой возникшей проблемой. Еще там бывают частые скидки, и вообще это крутой магазин. Блин, спасибо. Теперь я крут... Ну и слава богу, сам. Ой, блядь. Сука, дрянь. Ой, ребят. А, нет, ну вот закончилось видео. Блядь, что там дальше нахер? Почему у меня такие же очки есть? Ну ладно, не важно. Их двое, это близнецы. Чё? Да, да. Воу. Тут правда... Блядь, они из Человека-паука, через вселенную, блядь, выбрались. Что за хрень? Блин. Как жалко, что я не могу поиграть на своем любимом сервере SP5, потому что у меня нет лицензии Майнкрафта. Чел, ты кринж. Каждый уважающий себя человек может купить себе лицензию в телеграм-канале Жопершоп. Здесь ты можешь без проблем приобрести себе лимузин и даже ключ. От Java Майнкрафта или Bedrock. Также есть и Discord Nitro. Спасибо за участие. Блять, может у меня сейчас типа, ну, я уфну стрим и скажу, что свет выключили и... Это я так, кстати, один раз делал. Ладно, сейчас, секунду, извините. Бля, мне кажется, должны типа не мы кидывать призы, а нам за то, что мы вообще. Не, я бы на всякий случай поставил лайк просто за то, что он вот, ну, типа близнецов вот этих сделал. О, вот это мне уже нравится. Эй, ты всегда хотел получить лицензию Майнкрафта? Тогда есть отличный магазин Жопершоп. Тут есть не только лицензионные ключи от Майнкрафта. Но и ключ от Майнкрафта, даже от Сильгетса. А также подписка Discord Nitro. Не теряй свой шанс, заходи на Жопершоп. Ну вот это все, это лайк. Это можно как прирол реально куда-то вставлять. Ну, да, я даже убрал бы лайк предыдущему. Вот это серьезная работа, хорошая. Вот это прям хорошо было. Давай вот это. Я Стив, и меня часто спрашивают, где же приобрести лицензию Майнкрафта, чтобы не наебали. И я вам отвечу. Жопершоп, или же магазин Жопера. Там вы найдете Майнкрафт-ключи и Дискорд Нитро по самым вкусным ценам. Жопершоп, ни дня без кринжа. Ну такое, что-то можно было бы... такой. Да, я забыл майки купить. Пожалуйста, блядь. Так они не продают. Это правда, смотрите. Бля, подожди, а вдруг это реально? Я думал сначала, что это вставка, а тут русские номера на машинах. Да, да. У него костюм Стива.
Взяли Стива и заставили. Ну, можно было что-то получше придумать. Это было бы реально гениально. Ну да. Жалко, ну, жалко. Потенциал был. Да. Так, это песня, трек, 20 секунд идет. Сейчас, подожди. Ты чего ждал? Да, сейчас. Угу. Так. Ой, блядь. Жопершоп, залетай и ключи покупай. Это не аккаунты, бля, а-а. Телеграмме покупай, пятки денег давай. И на СП залетай. Я собаке сосал. Ну ладно. Стоп. Блять, тут охуенное качество видоса, топовое. Стоп, досмотри до конца. Я сказал, досмотри до конца. Слил все деньги за проходку на СП, но слишком поздно понял, что без лицензии не зайти. Еблан! А может, ты решил поддержать своего любимого стримера донатом, чтобы он передал тебе привет? Но ему... Похуй, теперь тебе нужна дешевая лицуха, чтобы ты лично подошел к нему во время ивента и сказал... Можно вопрос? Тогда тебе жопершоп. Жопершоп — это самое уебищное оформление магазина. Подробная история покупок. Постоянный неподкупленный розыгрыш. Поддержка, которая сможет решить проблему в течение 5 сек. Сов в Сочи. Самые дешевые цены, по мнению Ночи. Я в ахуе. А что так дешево? Хуй пойми зачем. Ладно, тогда ты отлично. Чем? Дискорд Нитро, никому не нужен Майнкрафт Данжен. Самое главное. Ключ от Майнкрафта. Благодаря которому ты сможешь ставить себе охуительные скины, удалить свой болятский тлаунчер и заслужить уважение босса. А также играть на любом сервере. А ты думаешь, лучше взять за 5 рублей в рот или за 1500 рублей в жопершоп? Я думаю, выбор очевиден. Что хорошо? Так плохо. Что ж хорошо? Блять, за 5 рублей в рот или за 1500 с лицензией, это вообще разъеб. Это лайк. Стоп! Что лучше? Лайк раздал шанским за 1000 рублей или меня за мои булочки? Очевидно, купить Майнкрафт, Майнкрафт Данжес и Дискорд Нитро в нашем баке. Магазин Жопера. Телеграм! А если у тебя кроме маминой карточки есть и папина, то можешь купить целый лимузин. Помимо этого, у нас есть дополнительные функции в виде помощи в домашнем задании по истории, просмотры отзывов на Алиэкспресс и обучение по игре на поддержке в самых разных играх. Басик, я приготовила тебе 10 вареников, и один из них особенный. Иди кушай. Мне пора, бабушка зовет. Все нужные ссылки на экране. Это больше похоже на низ мистера пятерки, блядь, чем на лима мужик ушел. Так, проявите уважение. Да-да-да. Проявляем уважение. История о том, как я хотела купить лицензию в Майнкрафте. Я подумала, можно будет купить на glerikinshops.glad. Но... Ну, блять, ну я не хочу такое, я такое не хочу. Цены тут просто ужасные, очень дорого. Но я попробую, я вдруг бракую. Это оригинал. О нет, меня взломали, о нет. Неужели мне придется играть на этом обдристенном тлаунчере? Блин, так еще и в тлаунчере так лагает. Она прям так рада, вы не видите, она очень рада, что в тлаунчере лагает. Сейчас, подожди, Канку, дай я тебя куда-нибудь подвину. Лагает ужасно. Что? Погодите, это реально? У меня есть настоящая лицензия в Майнкрафте благодаря жопершопу. Также в жопершопе есть Дискорд Нитро, благодаря которому ты можешь хвастаться своим друзьям то, что ты богатый. А если у тебя нет друзей, как у меня... Тогда покупай проходку на СП5. Я купила лицензию в Майнкрафте даже своей собаке. Покупайте в жопершопе. О боже, маленький олень, блядь. Зачем ему отрубили рожки? Блядь, я не знаю. Блядь.
Маленький Али смешной, я бы ему поставил лайк. Ну лайк так лайк, блядь. Снимал рекламу с мамой. Если я один из победителей, то пишите в ВК или в Телеграме. Спасибо за Телеграм. Миша, а что ты делаешь? А я играю в Майнкрафт. Это что? Бля, я сам... Бля, дай пережить, дай пережить. Бля, я не переживу, брат, я не выдержу это. Что, в Ваймворд? Да, я играю на Ваймворд, потому что у меня нету лицензии Майнкрафта. Возьми деньги и купи себе лицензию на официальном сайте. А на официальном сайте... Алло. Ничего не забыл сегодня. Нельзя купить из-за санкций. Ты что, не знаешь про магазин Жопершоп? А, это магазин того самого чела, который пел со своим другом Хламидия? Да, он. Блин, но... Зачем он с мамой это забыл? Вдруг, если я возьму у него лицензию, она была у кого-то украдена, или у меня ее в скором времени украдут. Зайди на страницу его магазина. Оп! Как удачно открыто! Тут прямым текстом сказано, что это твой личный ключ. Ну все, теперь точно буду брать у него. Ну вот и хорошо, а то позоришь своим меня Майнд Ворп. Майнкрафт. А также есть рассрочка в 4 части. А, да, блядь! Сука, это вчера так смешно, я забыл сказать. Там есть рассрочка, ты покупаешь лицензию в рассрочку, блядь. На 4 месяца рассрочка по 300 с чем-то рублей. Вот. Чё, блядь? Там есть кнопка, когда оплату нажимаешь, там есть рассрочка. Это законно? Не, ну реально, ты типа, по-моему, там либо 370 или 340 рублей в месяц у тебя этот оформляешь рассрочку, и все. И у тебя лицуха прямо сейчас. Нахер. На ключ Майнкрафта. Чё думаешь вообще, лайк за маму ставим? Бля, ну я бы маме походу дал. Ну маме лицуху даем. Ну да, маме бы я дал лицуху. Давно. Все, поехали. Ну искал ключ лицензии Майнкрафт. Тогда тебе в Жопер Шоп. Прекрасный дизайн от самого Жопера. Отзывчивая поддержка, отвечающая раз 48 часов. Всего 2 недели и лицуха твоя. Не будь чебоксаром и купи уже лицуху. Ну, такое нормально, ну, просто нормально. Ну, такой, да, да. Такой проходничок, но неплохой. Так. Так. Надо это читать. Магазин Жопер Шоп – это магазин великого и популярити стримера Пятёпки, в котором вы можете приобрести Майнкрафт и подписки на сервисы. Перейдя в Телеграм магазина, мы можем заметить не только новостные посты, но и вакансии на работу, что значит, что вы можете еще и заработать. Перейдя по ссылке в закрепленном посте, мы попадаем в сам магазин, в котором вы можете приобрести годовую или месячную подписку Discord Nitro, лимузин, ключ Minecraft Dungeons и самое главное, ключ от обычного Майнкрафта. Так как это ключ, ваш аккаунт не украдут, это со 100% ваш и только ваш аккаунт майна. Также хочу подметить изумительную работу наших дизайнеров, которые сильно старались над оформлением магазина. Также хочу подметить быструю и отзывчивую поддержку, которая вам не понадобится, так как в Жопер Шоп все идеально. Жопер Шоп, получи говно, отдав добро. Но слоган мне не понравился. В конце, ну такой вообще скип, да. Ой, собака такая, там есть, у нас часть такая собака есть. Хотите пользоваться успехом у женщин? И чтобы ваши друзья не считали вас опущенным лохом, я знаю, что делать. Вам достаточно приобрести лицензию Майнкрафта в самом лучшем в мире магазине Жопер Шоп. Тут самые дешевые, выгодные цены. На лицензию хоть одна нормальная. Майнкрафта, на Майнкрафт Данженс,
Также тут можно приобрести Discord Nitro на месяц и на... Мне нравится, как он еще одновременно рекламирует все фейковые каналы Жопер-шоу, блядь, сбоку. Проходка что-то на СП, нахуй. Что это вообще? Год. Но не стоит забывать о том, то, что тут есть вкладка «Лимузин». Чтобы узнать, что находится здесь, переходите в бота. О, это на прирол. Подожди, шопе? Разве шопе? Вроде шоп. Нихуя, это серьезно, это серьезно. Подожди. Блин, но я, если бы там был бы не жопер-шопе, я бы даже это использовал, если честно. Но там в начале, ну, типа, сайт не тот. А, не, показалось. Все, нормально. А, нет, вот. Вот. Шопе, блядь. Жопер-шопе. Вот здесь шоп нормально написано, а тут шопе. Я бы вставил, я бы такое бы вставил, реально. Но он еще обыграл дизайн. Я не знаю, я бы попросил бы его реально. Но я лайк поставлю. Ну вот, ну тут коротко и ясно все реально. Хочешь быть таким же классным, как он? Тогда тебе нужен жопер-шоп. Телеграм-бот, который предлагает все, что тебе нужно, чтобы быть таким же. Жопер-шоп — это бот, который продает ключи Майнкрафт и Дискорд Нитро, а также лимузины для настоящих ботов. Никаких очередей, никаких проблем, все, что нужно, можно получить прямо здесь. И не забудь про Майнкрафт. Жопер-шоп продает лицензионные ключи Майнкрафт по самым низким ценам. Играй в мясорубку на spworlds.ru, не переплачивай. Так что, если ты хочешь быть на вершине и иметь все, что нужно, чтобы быть настоящим боссом, то тебе нужен жопер-шоп. Присоединяйся к нашей армии умных и тупых людей уже сегодня. Зачем здесь Антонион? Опять нечего. Я всю жизнь пользовался Т-лаунжем, и моя жизнь была такая. Но теперь все изменилось, ведь я узнал про магазин лицензий Жопер Шоп. Здесь вы можете очень выгодно приобрести лицензионные ключи Майнкрафт, Майнкрафт Данжон, а также подписки Дискорд Нитро. Жопер Шоп. Да, это... Мне понравилась пауза, топово выдержал. Жопер Шоп. Да, это... Реально. Полная хуйня. Блядь. Не, ну его жизнь реально жестко изменилась. Стоп! Да смотри до конца! Это Жопер-шоп. Магазин ключей Майнкрафта от Кирилла Барабулькина. Только в нашем магазине богатые и состоятельные мужчины покупают ключи Майнкрафт. А если вы вонючий и уродливый школьник... Без денег. У нас есть рассрочка на 4 части. При любой непонятной или ошибочной ситуации наша поддержка поможет вам. Мы продаем ключи, а не аккаунты, которые у вас спиздят через 15 минут. Всю свою жизнь я грустил и играл на вонючем лаунче. Но когда в моей жизни появился Жопер-шоп, ничего не изменило. Это можете быть и вы, но только если вы поймете, как пользоваться Жопер-шоп. Что? Вы не знаете, как им пользоваться? Тогда идите нахуй. Ну неплохо. Что-то вот, что-то мне тут понравилось. Что думаешь вообще? Что-то есть такое, там музыкальное сопровождение неплохое. Такое, ну нормальненько, нормальненько. Ну, да, такое, такое можно, да. Так. Это хорошее. Бля. Мало. Слава богу, бля. Как же сексуальная моя сестра, блин, что она делает? Кажется, она играет в Майнкрафт. Я... Блять, это... Как его зовут? Как его? Блин, как его? Этот, лесопил? Как... Кто? Ну этот... Как его? Я не шарю за свежие мемы. Лизогуб, да, лизогуб. А что такое? Ты поподробнее можешь рассказать? Ну это, ну братья, нужно просто шарить в мемах. Ладно. Ну, короче, начала накидали заявки
в Лигу безопасности интернета за то, что он подкатывает к 14-летним тиктокершам. Так. Все? Его хотят посадить. Ну, все это? Да, еще он написал «Три девочки в Wednesday». А, это он? Да. Прикол. Все, смотрим. Как же сексуальна моя сестра. Блин, что она делает? Кажется, она играет в Майнкрафт. Я бы поиграл с ней, чтобы сблизиться. Так, чтобы у меня не украли аккаунт, надо купить ключ в жопершоп в Телеграме. Это и дешево, и быстро. Сестренка, смотри, что я купил. Это Майнкрафт. Я его купил на жопершоп, теперь мы сможем поиграть вместе. Там дешево и быстро, и никто... Всем привет! Да, это я, настоящий фанат Пятёпки. Я всегда хотел быть как он. Купил мерч, вот тут написано на завтра. Пожирнел, похудел, хотел купить крутой микрофон, но меня... обманули. Но я не мог себе позволить только одного — лицензии, чтобы играть в Майнкрафт. Я очень долго плакал, копил деньги, зарабатывал как мог, но я никак не мог накопить нужную сумму. И вот, на одном из стримов я увидел его. Магазин... Да смеюсь я, блядь. Там из-за этого... Из двойного фильма пишется. Жопера. Я зашел в телеграм магазина, потом нашел бота с продажей ключей. Конечно же, посмеялся со смешных картинок и приобрел себе ключ. После этого я стал другим. Успешным, богатым, крутым, сексуальным мегачадом. А все потому, что Джонс. Заходите в магазин Жопершоп и становитесь таким же крутым, как и я. Ну это лайк. Это... Так, уважение. Можно два поставить. Я тут на сайт. Алло. Смотри в окно. Пошел нах. Я не знаю, где мне купить Майнкрафт Java. Закрываем товары, заходим в разъебан. Да блять! А, это уже конец. Заходим в разъебан. Ну вот реклама. Ладно, вот тоже подписчик тоже скинул, сказал то, что его запись... Я там увидел этого опять! А? Кого? Чего? Что ты делаешь? What the dog doing? Что ты... А вот на него ссылка. Жопершоп от... Блять, а видео вот... само перематывается, я серьезно. Смотри. А вот на него ссылка. Жопершоп это великолепно. Наверное, поэтому и удалили. Не, бля, я просто увидел в твоих переписках опять этого. Магазин. Кого? Мне плохо стало просто. Кого? Бля, меня так убило еще нахуй. Ладно, перезагружаю страничку и смотрим видео еще. Это полный пиздец. Это моя шиза. Никак не относящийся к великолепному магазину Майнкрафт ключей. Жопершоп. Это... This is perfect. This is perfect. This is a goat. A goat.
Блять, залагало, что-то мне этот свет выключили.